Мне повезло. В моей жизни есть настоящий друг. Это человек, который всегда находится рядом, даже если он далеко. Именно поэтому я хочу поддержать организацию «Нити дружбы», которая помогает ребятам из детских домов находить себе друзей. Я считаю, что старший товарищ должен быть у каждого из них. Наше неравнодушие может изменить чью-то судьбу.